Еще есть мнение пассажира. Оно всегда должно быть мнение пассажира. Потому что если вы катаетесь не один, от этого человека зависит и как вы едете, и куда вы поедете. Ну и вообще, даем веселее. Спросим мнение моей жены. Что ты скажешь? Ну, вообще, мое мнение будет независимым. И я скажу, вот правда, все как есть. Если честно, мне не очень удобно кататься на мотоцикле. Не именно на этом мотоцикле, а на пассажирском сиденье вообще. Поскольку, если это, допустим, езда на какое-то длительное расстояние, длительное дистанция, ты правильно сказал. Если это езда на длительное расстояние, то задница это, конечно, просто пипец приходится. Особенно если это плохая дорога, как все дороги России в основном плохие, как мы знаем. Ну, попа устает, да. Но я думаю, что это не вот прям какой-то ужасный недочет, поскольку это все легко решается наличием спинки и замены сиденья на более комфортные. Собственно, вот это мое мнение. Вообще, ездить на мотоцикле страшно, но прикольно. Так что я советую. Лично мое женское мнение об этом мотоцикле. Ну, он, конечно, очень прикольный. Лично мне он нравится из-за того, что он визуально красив. Вот эти вот железочки, вот эти вот висюлечки. Это, конечно, очень прикольно. Мне это нравится. И вообще, когда у нас, не у нас, у моего мужа возникла мысль купить мотоцикл, я сказала, что мы купим только чобер, потому что только эта модель, ну вот лично на мой женский взгляд, она такая более серьезная, такая тяжелая, ну такая респектабельная вещица. Но, как я уже сказала, сиденье тут, конечно, не очень удобное, но это все решается. Ну и чемоданчики, вот эти вот чемоданчики, их, конечно, тоже нужно заменить, потому что эти уже какие-то деформированные, они неудобные абсолютно совершенно, они маловместительные. То есть это все тоже нужно заменить, тогда будет вообще супер. Хотела бы ты на нем прокатиться сама? Сама? Ну, я бы, конечно, хотела прокатиться сама, но я думаю, что он очень тяжелый. Сколько он весит? 230 килограмм. 230 килограмм. 230 килограмм против моих 62. Нет, я думаю, я не укачу его. Хотя я знаю, что многие девушки тоже катают мотоциклы и, ну, как бы не менее тяжелые, но думаю, что это не для меня. Как по мне, так лучше четырехколесная техника. Я, может быть, прокатилась бы на нем, но будучи прям сильно пьяной, прям очень пьяной. Ну да. Собственно, так. Типа, поставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь.